В ходе профилактического мероприятия автобус 13.03.2019 года нами был остановлен автомобиль Mercedes-Benz. На данного гражданина был составлен административный материал по статье 12.26, часть 1. Будете проходить свидетельство? Нет. Куда двигались? Ехал по дороге, меня остановили с мигалками. Мы вас оценили от управления, так как у вас имеются признаки опьянения. Это неустойчивость позы. Да ладно. Нарушение речи. Какое нарушение речи? Где у меня нарушение речи? Разговариваю, как обычно. А мы вам предлагаем пройти освидетельствование. Это на состояние алкоголя. Я трезвый человек. Нормально у меня есть.